Коллеги, добрый день. Экспедиция Retail продолжает свою работу. И сегодня мы в городе Воронеж. И рядом со мной Владимир Корчагов, CEO розничного бизнеса группы компании «Эскона». А мы находимся на открытии самого крупного магазина в их сети. И об этом подробнее мы сегодня поговорим с Владимиром в течение нашей прогулки. Владимир, добрый день. Добрый день, Наташа. На самом деле, еще один момент. Обычно мы стараемся стартовать со входа, там, где мы видим вывеску. Ну, конечно же, надо же показать, откуда мы именно начинаем. Но сегодня это сделать невозможно. Здесь уже собралась толпа, хотя через час только открытие магазина, официальное открытие. Здесь уже люди ждут. Ну, а мы, соответственно, прогуляемся пока внутри, и потом уже снаружи посмотрим, как же именно выглядит магазин, сейчас встречая покупателей Воронежа здесь. Надо сказать, что очень мощная маркетинговая поддержка была в этот раз посвященная открытию магазина, поэтому люди действительно занимают очередь уже с 7:30 утра. Ну, тем интереснее посмотреть этот объект. Владимир, здесь на старте буквально сразу циферок немножко. Сколько квадратных метров, какой все-таки по счету такой вот масштабный объект и почему гипермаркеты в вашем бизнесе начались? Это второй объект в сети «Эскона Хоум». Здесь 6500 квадратных метров. Это больше, чем на 1000, больше, чем первый московский гипермаркет. Почему начались? Мы открыли первый. Мы сразу заявляли о планах по масштабированию. Прошел практически год до открытия второго. Много причин, я думаю, мы сегодня об этом поговорим, с этим связано. Но мы, в принципе, через несколько месяцев уже говорили о том, что гипермаркету жить. И, собственно, мы начали реализовывать свои планы. Это вот первая такая ласточка в этом году, и она точно не последняя. Ну, на самом деле, то, что мы встречаем с первого интерьера квартиры, это концепция, которая была тестирована уже и в Коламбусе, мы протестировали там, и она получила определенную положительную обратную связь от клиента. Но ключевое отличие не в этом. В Коламбусе была такая дилемма, когда мы по-другому немножко завернули, непривычно для клиента завернули трафик магазина, потому что обычно клиент идет направо. В Коламбусе была такая конфигурация площадки, что мы вынуждены были сделать трафик налево и получили определенное неудобство, когда клиент все-таки по привычке заворачивает направо и идет не так, как выстроен магазин, не так, как представлены товарные группы. Здесь мы как раз учли. То есть ты входишь и идешь действительно, как привычно тебе, по правую руку, и уже видишь все товарные категории, как тебе привычно в магазине, в таких гипермаркетах, и, в принципе, как классически выстраиваются такие большие магазины. Вот. А интерьер действительно есть. Здесь, как и в Коламбусе, тоже три готовых квартиры. Это однокомнатная квартира, двухкомнатная и студия, каждая из которых сделана под определенную целевую аудиторию. Но и в интерьерах квартир, и в интерьерах магазина мы тоже сделали большие изменения и учли самое главное – это обратную связь от клиента. На самом деле, вот от открытия Коламбуса до открытия Воронежа мы на протяжении года собирали обратную связь от клиентов. Получили огромное количество действительно инсайтов. Один из основных, что магазин получился каким-то стерильным, что ли, не очень жизненным. И клиенты, приходя в интерьеры, хотят видеть более привычную обстановку, как у себя дома. Где-то даже побольше бардака, побольше хаоса, а не такой вот стерильность, которую в дома редко когда увидишь. Поэтому вот в этих интерьерах, в этих квартирах тоже это учтено. Потом, один из инсайтов был для нас, потому что мы все-таки новички в таком бизнесе, да, гипермаркетов. Один из инсайтов был, когда семья живет с детьми, и вот она входит в этот интерьер и видит, что здесь не живет ребенок, то есть это не жизненный интерьер получается. Здесь мы эти вещи постарались учесть. Насколько это получилось, я думаю, сегодня увидим, ну и услышим наверняка от клиента, который тоже нам много даст почвы для размышлений в очередной раз. Ну что ж, наверное, стоит уже идти прогуляться, потому что нас ждет 6 тысяч, да? 6,5 тысяч квадратных метров. На самом деле, я, конечно же, по этому магазину несколько раз уже пробежалась. Это происходит незаметно, но в очередной раз случается то, что обычно хочется уже взять корзинку и начать в нее собирать. И это то, что для меня, как человека, который магазины смотрит регулярно, ну, как говорится, одна из галочек, путь покупателя свершился. Вот, ну что ж. Идем. Надо торопиться, потому что через час, да. Я думаю, толпа снесет нас просто. Да, ну что ж, действительно, у нас слева первая из квартир, которую мы можем увидеть. Это вообще, делали ли специально
Это однокомнатная квартира. Особенность каждой локации, что мы учитываем все-таки особенности квартир именно в том районе, в той локации, которые живут именно здесь. То есть если мы в Коламбусе делали интерьеры квартир, которые находятся в этом районе, здесь, соответственно, мы тоже сделали совместно с воронежским девелопером, и квартиры прям один в один представлены как у этого девелопера. Вот, поэтому это действительно живые интерьеры, не просто какие-то выдуманные нами, а это реальные квартиры, которые взяты за прообраз с воссозданных здесь интерьеров. Особенности квартир как раз в том, что это реальные семьи. То есть если в однокомнатной квартире, это, как правило, либо семья еще без ребенка или в ожидании ребенка, поэтому это квартира для молодой семьи. А если говорить о двухкомнатной квартире, то это уже ребенок появился, там есть детская, там подстроена... Ну, какие-то жизненные особенности, что ли, жизненные ситуации этой семьи с ребенком. Там это все реализовано. Что касается студии, как это сейчас принято называть, это квартира одиночки. У нас в этот раз, как ребята шутливо называют, квартира футболиста. В интерьере потом это будет видно. Есть и футбольный мяч, и форма. Когда человек приходит с тренировки, видно, как он отдыхает, да, видно, как он проживает свою такую активную жизнь холостяка. И на самом деле ведь это тренд мировой, когда... все больше становится либо одиночек, либо людей, которые женятся и выходят замуж достаточно поздно. Возраст и создание семьи, и возраст семьи, которая рожает первого ребенка, он очень сильно увеличился. Этот тренд пришел в Россию. Мы видим, что сейчас уже там глубоко за 30, ну не глубоко, а за 30 лет людям, которые рожают первого ребенка. Это все сказывается и в том, как они организовывают жилье. Понятно, на нас повлияли такие моменты, как пандемия, когда офис захотелось сделать дома. То есть это тоже в интерьерах все учитывается. Вот такие особенности. И наша задача, чтобы человек, войдя в квартиру, узнал себя и увидел, как ее можно удобно обустроить. То, что мы говорим не только про какие-то особенности и тренды дизайна, но и по функционалу. Очень много времени сейчас люди действительно стали уделять функционалу своей квартиры. Они хотят, чтобы каждый сантиметр площади работал полезно. Связано это еще и с тем, что площадь жилья продолжает сокращаться. Очень много обратной связи от клиента. Вот реально Ascona, в принципе, сейчас строит свой бизнес на обратной связи от клиента, на пожеланиях клиента. И все, что нам рассказывают, все, что нам говорят, действительно очень важно. И все это находит потом отражение и в готовых интерьерах, и в магазине в целом, в товарных категориях, в каких-то отдельных товарах, которые тоже здесь появились. То, что для нас это действительно очень важно. Больше того, не только ведь интерьеры поменялись, но и такие вещи, как постматериалы, как ценники. Потому что нам говорили о том, что мы не видим цен, мы не видим габаритных размеров. Вспоминали вот эту знаменитую киевскую линейку. Вот поэтому это все мы тоже постарались здесь учесть. Вот. И теперь, ну, я очень надеюсь, что клиенту будет проще выбрать, проще заказать и действительно гораздо комфортнее находиться в этом магазине. А есть ли такой функционал «хочу все»? Ну, когда есть QR-код, на котором собраны буквально все вещи, которые вы видите в этом интерьере, чтобы человек просто условно перенес все, что вы здесь придумали, в свои квартиры. QR-коды есть, и это тоже одно из изменений, потому что действительно, ну, где-то уже не хотят разговаривать, да, где-то хотят действительно по нажатию одной кнопки понять, что это за диван и что это за матрас, сколько он стоит, какие размеры, как его быстро купить. То есть здесь эта функция, она на самом деле в Коламбусе уже появилась, здесь она тоже появляется. Больше того, мы и в магазинах, и на сайте больше сделали функционала и больше доработок с точки зрения готовых интерьеров. То есть на сайте прям появился отдельный раздел «Готовые интерьеры». И заходя туда, ты уже можешь легко выбрать и, в принципе, целиком заказать этот интерьер. Понятно, что мы эту вещь будем дорабатывать. Все больше и больше готовых интерьеров будет появляться. Кроме того, ведь мы целенаправленно работаем с дизайном интерьера. Это тоже функция, которая появилась у нас не так давно. И мы нацелены на то, чтобы в этом магазине и в целом в Асконе люди находили готовые интерьеры, могли обустроить весь дом и квартиру и достаточно легко это заказать, буквально нажатием одной кнопки. И реализованный функционал дизайна интерьера ты можешь поработать либо совместно с дизайнером в магазине, либо собрать готовую корзину на сайте. И потом много говорят про омниканальный путь клиента, да, про бесшовный путь клиента. Важно дать человеку возможность начать путь в одном канале. Например, ты в офлайне, в готовом магазине, сделал интерьер, тебе его собрали. Ты же в любом случае не примешь решение сразу, чтобы заказать готовый интерьер. Тебе нужно вернуться домой, посмотреть еще раз, оценить, как это будет выглядеть, но у тебя уже готовая собранная корзина. И ты, заходя на сайт, по большому счету можешь легко внести все изменения и уже закончить путь в другом канале. То же самое наоборот.
Поэтому на дом не канальной корзины, мы по большому счету работали весь год и продолжаем эту работу. То, что с точки зрения омниканальности, или как у нас принято говорить, бесшовного клиентского пути, мы начали над этим работать, наверное, года 3-4 назад, и уже тогда нас предупреждали, что это бесконечная работа, так, в общем-то, и получилось. Плюс еще ведь клиентский путь постоянно меняется. Да? И нельзя сказать, что вот мы 3 года назад что-то сделали, и все у нас готово. Мы недавно оценили, на самом деле, свои инициативы с точки зрения удобства работы с клиентом. Мы поняли, что мы опять где-то в начале пути. И как нас предупреждали, вам нужно сделать гигиенический минимум. Вот мы этот гигиенический минимум сделали. А теперь работаем на то, чтобы клиенту стало еще более удобно. И все изменения, которые происходят в нашей жизни, они будут внедряться и в офлайн, и в онлайн. Прежде чем продолжим дальше, хочу вернуться немножко к началу, все-таки про формат гипермаркета в вашем исполнении поговорить. Насколько для вас было сложно просто делать после таких вот магазинов, которые у вас 150-300 квадратных метров, насколько понимаю, в стандарте? Самый большой в авиапарке был 1500, но в любом случае это совершенно другой формат. Вот сейчас мы находимся с вами просто в торговом центре. Вот, кстати, отдельный момент, какая здесь сделана галерея, да, то есть вы и вписались определенным образом. Так все-таки формат гипермаркета или магазины 150-300 квадратов. Вот какие вам, как человеку, который руководит розничным бизнесом, пришлось решать внутренние, операционные и управленческие задачи для того, чтобы заставить команду работать по-новому? И что вас в итоге прокачало? И вообще про формат как таковой, как он у вас за этот год переосмыслился? Розничный бизнес – это давно уже не только магазин, да, или не как принято называть фронт. Важно, что под капотом, так называемые бэк-функции. Да. Понятно, что, можно сказать, что полностью с нуля переработана вся IT-инфраструктура. Мы бы точно не смогли работать в формате большого магазина на своей старой IT-платформе. И изменения касались не только больших форматов, а мы вынужденно переводили всю свою сеть на другую IT-инфраструктуру. Это касается и CRM-системы, это касается и фронт-системы, где менеджеры оформляют заказ для клиента. Вот, поэтому совершенно перестроена система, перестроена полностью. Мы ушли, наконец, со своей старой такой архаичной системы «Галактика». Сейчас вся розница, наконец, переведена на 1С, что позволяет нам какие-то товары отпускать буквально за секунды. И скорость оформления заказа сократилась где-то, наверное, в десятки раз, где-то в разы, потому что мы понимаем, что совершенно другой поток клиентов. Кого-то нужно отпускать очень быстро, когда он собрал корзину мелкогабаритных товаров или аксессуаров. С кем-то нужно работать подольше с точки зрения оформления интерьера, заказа крупногабаритных товаров, кастомизированных товаров, где играет роль и размеры, и ткани, и прочие вещи. Но в любом случае, гораздо быстрее сейчас дело обстоит со скоростью оформления заказа. Дальше, что касается логистики. Понятно, мы не умели доставлять многие мелкогабаритные товары, особенно когда они заказываются в комплексе с крупногабаритом, поэтому логистические процессы тоже пересмотрены полностью. Если говорить уже про розницу как таковую, другая система консультации, то есть если в наших привычных магазинах принято все-таки уделять время консультации, когда индивидуальный подход к клиенту, мы максимально переносим эту экспертизу и в большой формат, но понятно, что и поток совершенно другой, и скорость клиента в таком магазине, она другая. То есть, скажем так, вот процесс консультации мы тоже пересматриваем. При этом стараемся сохранить максимально свою экспертизу индивидуального подхода. Что касается категорийного управления, понятно, это прямо сотни, тысячи новых SKU. Сколько сейчас на самом деле? Вот во сколько выросло? 8 тысяч SKU. В Коламбусе примерно так же. Сейчас, скорее, большая ротация произошла в отдельных товарных категориях. Плюс мы действительно не расширили, а углубили, как это правильно называется. Да? Есть широта ассортимента, есть глубина ассортимента. Вот мы здорово поработали еще над глубиной ассортимента. Потом, ведь сейчас мы это увидим, особенно в товарах для дома. Потом ведь основной фидбэк клиента по Коламбусу – это цены в Асконе. Да? Нам приходили и говорили, ребят, дорого. И мы много работы проделали на то, чтобы клиент получал более доступные предложения абсолютно во всех товарных категориях. В тех же кухнях, например, мы понимаем, что мы сделали ошибки, когда выставляли дорогие кухни, показывали богатые интерьеры, а клиент это не принимал. Поэтому здесь уже много работы было сделано с точки зрения первых цен в каждой товарной категории. Вот таким образом, ведь одно за другое, и розница – это уже, еще раз говорю, не просто магазин, не просто разработка формата,
Это такой кроссфункциональная команда, работает огромное кроссфункциональное взаимодействие, которое цепляет абсолютно все процессы в компании. Обратная связь от клиента, да, ведь мы никогда не работали с такими категориями, как кухни, и мы пересматривали даже привычный, наверное, процесс, сделанный на рынке, когда есть замер, есть выезд дизайнера на место. Для нас это все новая экспертиза. Понятно, мы с матрасами, с диванами так никогда не делали. Поэтому где-то мы учимся вместе со своим персоналом, вновь набранным, где-то нам подсказывают эксперты. Поэтому мы продолжаем работать с консалтом, который ведет нас в каких-то процессах. Мы не опираемся здесь на только свою экспертизу, потому что ее просто нет. Мы учимся вместе с клиентом, вместе с рынком. И я думаю, что у нас много что получилось за этот год. А сколько человек сейчас работает именно в этом магазине? В таком больше 60. И это опять изменение для нас. Здесь есть склад, есть группа мерчендайзеров. Это постоянный поток на вход и на выход товара. Здесь по-другому обустроены зоны кредитных экспертов, которых просто нет в наших классических магазинах. Там менеджер выполняет на самом деле все функции. Он и товар принимает, и консультирует, и кредит оформляет. Но благо, что у нас много еще сделано сейчас с точки зрения так называемых сел-сервисов, когда клиент многие вещи делает самостоятельно через диджитальный ресурс. В том числе он может и кредит на самом деле оформить самостоятельно, отсканировав QR-код, заполнив короткую анкету и получив одобрение, и дальше уже получает кредит или рассрочку. Но еще раз, ведь к нам клиент приходит во многом за тем, чтобы пообщаться с менеджером, получить эту экспертизу, помочь ему с выбором. И вот много ведь разговоров на тему, победит онлайн, офлайн или не победит. В мебели, наверное, да, доля онлайна растет, она растет очень быстро, но есть мнение, что она где-то вот уже близка к такому максимальному значению, и где-то вот на этой планке, наверное, зафиксируется, пока не произойдет какого-то следующего рывка. Либо в технологиях, либо еще что-то произойдет из внешних факторов. Но пока вот, насколько я понимаю и вижу, зафиксировалась доля онлайна на уровне где-то 30% плюс-минус у разных компаний. Угу. Вот. Но при этом и доля автоматизации в процессах вырастает. Но клиент по-прежнему голосует за живое общение, за приход в магазин. Клиентам это просто нравится. Вернемся как раз к конкретному магазину. Мы сейчас находимся на достаточно большой такой и открытом пространстве. То есть мы уже прошлись по некой галерее. Это все равно так или иначе у многих отсылка Икея. Как вы к этому тезису вынуждены? Ну, как говорится, вы как-то противопоставляете себя в Икее? Или как вы вообще к этому тезису, как в Икее относитесь? История следующая, давайте будем честными. IKEA была той компанией, по которой страдали и страдают больше всего. Поэтому клиент хочет приходить в магазин, который будет так или иначе похож на IKEA. Но IKEA — это ведь не просто мебель. В IKEA ходили и IKEA любили не за то, что там была какая-то уникальная мебель, какие-то уникальные дизайны. Это же была атмосфера. И вот самая большая сложность, наверное, повторить эту атмосферу и завоевать ту любовь клиента, которую мы сделали в Асконе с точки зрения товаров для сна и с точки зрения территории здорового сна. А теперь дать клиенту новую экспертизу, что ты не только в спальне, но и ты можешь здесь получить полную картинку дома, эту уютную, комфортную картинку, в которую ты влюбишься. И вот для нас это, наверное, самое важное и самый сложный вызов, наверное, такой, завоевать любовь клиента не только в спальне, а во всем доме. С точки зрения какой-то похожести, конечно, мы делаем готовые интерьеры. Это фишка Икеи. Конечно, просто они были первыми. Конечно, мы делаем какие-то особенные товары, которых нигде в другом месте купить нельзя. Конечно, мы создаем полноценную атмосферу дома, в которую ты попадаешь, которую ты проживаешь и которую ты хочешь видеть потом у себя дома непосредственно. Но мы сразу говорили о том, что мы будем немножко в другом ценовом сегменте. Хотя клиент, приходя к нам, ожидает увидеть не только интерьер, но и цены Икеи. И он не хочет принимать, что такой цены уже просто физически не может быть, да? Ну или этот товар будет совершенно другого качества. Мы все-таки в Асконе всегда говорили, что мы за качество, мы за тренды, мы за уникальные дизайны. И мы все это реализуем здесь. Конечно, мы всегда говорили и сразу делали на этом упор, что мы не работаем в одном стиле, скандинавском или каком бы то ни было другом. То, что мы получаем обратную связь, когда клиент хочет обустраивать квартиру в разных стилях, в разных дизайнах. И мы смотрим европейские тренды, азиатские тренды, и все это находит отражение здесь. Поэтому интерьеры более разнообразные, где-то даже более функциональные. И на этом мы продолжаем делать и будем делать акцент.
Продолжим дальше. Здесь действительно мы сейчас находимся в пространстве, где много всего представлено. И глаз цепляется за вот такие комнаты, которые нас встречать будут постоянно. Я вижу сервисную зону, я вижу, вот мы долго довольно стояли рядышком вот таким интересным диваном. Вот каждый из этих элементов, он как раз ведь для того, чтобы человек пришел именно сюда, в магазин. Конечно, да. И ведь одна из особенностей, и, наверное, ключевых особенностей, отличия от IKEA, это не ограниченная матрица, когда у тебя очень маленькая широта ассортимента, очень маленькая глубина ассортимента. Мы все-таки говорим про кастомизацию. Uh-huh. Да, мы не делаем склад готовых товаров, но зато ты можешь выбрать огромное разнообразие диванов в тканях, в размерах, и все это подстроить под свои особенности, под свои желания. Мы не хотим делать таким образом, что у нас будет там условно 10 диванов, но они в двух размерах и в трех цветах. Mm-hmm. Огромное количество, палитра тканей, которые постоянно обновляются. Мы работаем не только над дизайнами опять этих тканей, но и над их функционалом. Это и ткань с антивандальным покрытием, и ткани, с которыми действительно можно делать все, там, проливать, танцевать, прыгать, все что угодно, и с нашими товарами действительно ничего не случится. С точки зрения вот такого двухуровневого расположения мебели, это фишка, это удобно, как вы бы это для себя обозначили? Это скорее более эффективное использование площади, это показ большего ассортимента, потому что какая бы площадь ни была, тебе всегда хочется показать больше. Не случайно и площадь магазина растет, и даже при этом нам говорят о том, что где-то недостаточно ассортимента, и мы понимаем, что в каких-то зонах мы уже сделали расширение ассортимента, но при этом понимаем, что площади по-прежнему недостаточно. Не случайно ведь ожидания такие, в том числе и когда нас сравнивают с IKEA, когда площадь будет еще больше, товаров будет еще больше. Ну и, соответственно, мы к этому постепенно приходим, я думаю. Наблюдая все, что я вижу здесь в качестве дизайна, в качестве интерьерных решений, я же понимаю, что вы таким образом себе немножко создаете нового покупателя. Как вы для себя видите вот это, вот эти вещи, которые здесь представлены, они должны сильно удивлять людей или быть привычными в интерьерах? Как вот, когда вы создаете эти концепты вместе с коллегами, вот предопределяете, может, формируя нового для себя покупателя? Здесь ведь работают не только наши коллеги, здесь работают и профессиональные дизайнеры. Uh-huh. И если говорить, что мы находим нового покупателя, я бы сказал, что мы находим даже новую целевую аудиторию и новый для себя канал работы с дизайнерами. Uh-huh. Потому что если раньше мы выходили к дизайнерам, рассказывая о том, что у нас есть матрас-кровать, uh-huh. ну как бы на нас смотрели немножко так где-то с усмешкой, где-то с ухмылкой, потому что дизайнеру все-таки нужна полнота картины. Ведь он uh-huh. работает не с одной комнатой, он работает со всем домом, со всей квартирой. И теперь дизайнеры отмечают, что действительно Sosconi стала работать лучше и с точки зрения выбора ассортимента, с точки зрения подбора различных концептов дизайнов. Плюс мы серьезно поработали над функционалом, над разделом работы дизайнеров, когда на сайте теперь есть личный кабинет дизайнера, он может отслеживать все свои заказы, все свои работы, и это стало действительно очень удобно, мы получаем такой фидбэк от данной целевой аудитории. Что касается клиента, он еще раз, он хочет найти дизайн удобства и хочешь найти функционал. Uh-huh. И вот в этих интерьерах мы как раз и хотим это отразить. Ты приходишь, ты понимаешь, насколько тебе удобно в этой комнате, в этой квартире, насколько тебе все нравится, что ты хочешь поправить. Но с точки зрения нахождения нового клиента, новой целевой аудитории, это однозначно позволило нам это сделать. Если, опять же, вернуться к более крупной задаче, гипермаркет, насколько важен вот этот формат и вот этот масштаб, который вы сейчас приобрели для общего продвижения бренда Sosconi? Вообще, бренд Sosconi 30 лет, да? 34 года мы на этой неделе отметили. 34 да, года, в следующем году 35. В среду был день рождения, да, мы уже готовимся к юбилейному году. Что касается влияния на бренд... Для нас это действительно такое изменение парадигмы, когда мы выходим из спальни, выходим в полноценный дом. Но при этом мы много раз говорили о том, что мы ни в коем случае не хотим терять свою уникальную экспертизу, над которой мы 3-4 года трудились. То есть вот эта область эксперта, на территории здорового сна, она по-прежнему остается. Здесь это, наверное, самая так называемая выпуклая зона в магазине. И что в Коламбусе, что здесь, клиент по-прежнему хочет найти товары для спальни, товары для здорового сна.
И мы эту территорию, вот как мы говорили, мы будем за ее столбить, мы будем ее удерживать, так и получается. С точки зрения новой экспертизы, понятно, это новая территория для компании. Это расширение, самое главное, это расширение такой вот частоты контакта с клиентом. То, что мы знаем же и много раз об этом говорили, что матрас человек выбирает достаточно редко. И по большому счету контакт с клиентом теряется. Здесь это возможность встречаться с клиентом чаще, чтобы он к нам чаще приходил, чаще покупал, видел тренды, видел какие-то новые продукты. Вот. И в этом как раз задача и развития бренда, и развития компании. В частности, вот такие вещи, о которых я говорил, да, приходит семья с ребенком, и они должны увидеть какие-то маленькие детали. Понимаешь, одно дело, когда ты что-то рассказываешь, да, ведь мы по-прежнему видим, любим глазами и покупаем глазами. Mm-hmm. Поэтому, когда... И плюс, ну, это еще маленькая такая фокусная деталь, которая задержит ребенка здесь. Mm-hmm. И даст возможность родителям или маме погулять по этой квартире. Да, понятно, что мы не можем здесь все охватить, потому что действительно пространство не позволяет. Это обычные квартиры, где довольно зачастую тесно. И сделать так, чтобы это было удобно, ярко и комфортно, это в том числе ваша задача восхитить и задержать людей здесь, и захотелось, чтобы они именно вашим воспользовались интерьером. Да, вообще показать, как обустроить квартиру, например, для семьи с ребенком, это же отдельная боль. Я очень хорошо помню, когда у нас мы еще жили в квартире, у нас появился второй ребенок, обустроить детскую комнату или спальню для семьи с ребенком, это же реально отдельная боль. Угу. И здесь ты приходишь и видишь, как размещается родительская пара, как здесь проживает ребенок. И все вот такие маленькие вещи, да, когда есть специальные детские стульчики, есть кубики, есть место, где порисовать ребенку. Вот эти все вещи мы учитывали уже при создании этих интерьеров. Угу. Элементарно, игрушки. Любая девочка, мне кажется, она же по-прежнему спит с мягкой игрушкой, неважно в каком возрасте. Она точно захочет, да, купить, и здесь, да? Она может полежать, может потискать эту игрушку. Захочет, не захочет, это уже второй момент. Важно воссоздать вот эти вещи, маленькие какие-то детальки в интерьерах каждой квартиры. Здесь у нас есть возможность все-таки походить, при всем вроде как компактности получается прогуляться. Отдельный момент, я здесь не могу не заострить. Действительно, новый вид потенциальной квартиры, когда у нас не просто гостиная огромная, как у нас в советских квартирах было, да, четырехкомнатная квартира, где малюсенькая кухня, огромная. Комнатная квартира делает четырехкомнатную. Нет, ну тут знаете как, нет, четырехкомнатная квартира классика, есть же вот эти пятиэтажки, четырехкомнатная квартира, где была огромная гостиная, которую только телевизор смотрели, да, и малюсенькая кухня. Здесь мы уже видим постоянно работающий формат, когда кухня-гостиная, где общее пространство для всех членов семьи, и при этом, с одной стороны, вроде относительно компактно, но при этом свободно, воздух есть, да? И это новый вид, как может быть? Потому что не все готовы преображать свою жизнь и задуматься о том, что это может быть самостоятельно. Вы подсказываете? Большая кухня, большая гостиная, большая спальня, вот, наверное, и даже если комнаты маленькие, то важно создать вот это пространство в каждой комнате, в каждом интерьере, чтобы человек действительно здесь дышал полной грудью и находил для себя новые идеи. Я предлагаю дойти до той центральной сущности вашей, именно до матрасов и вообще кровати, да, потому что действительно там у вас очень много сервисных моментов, в том числе реализованы. А давайте мы пока вот до туда идем, перечислим ключевые сервисные моменты, которые вы уже традиционно предоставляете вашим клиентам, и что новое появилось? Одна, на самом деле, из особенностей вообще этого формата, в отличие от Коламбуса, на протяжении пути до основных каких-то зон с крупногабаритными товарами, мы представляем несколько вот таких зон, где ты по ходу движения, например, несколько раз увидишь постельное белье, или несколько раз увидишь какие-то предметы кухни, или предметы оформления спальни, детской. Есть такая особенность, когда ты несколько раз по пути движения должен увидеть один и тот же товар. Угу. Вот здесь это... Влюбиться. И влюбиться в него, да. Вот здесь это как раз реализовано. Ты на пути движения видишь, там, увидишь вазочки, увидишь декоративные подушки, увидишь постельное белье. Где-то это лимитированная коллекция, где-то это коллекция, созданная с каким-то дизайнером, где-то лучшая цена и отдельные промо-активности. Вот. Поэтому вот по пути движения клиента несколько раз мы это увидим. И, конечно, трендовые ткани, которые модные в этом сезоне, то, что мы знаем, что по-прежнему
законодателем мод является Миланская выставка. Каждый год мы ее посещаем, каждый год находим для себя что-то новое. Вот, даже взять матрасную зону, мы же тоже ее пересмотрели. Здесь не просто зона для подбора матрасов, здесь теперь есть и фокусные вещи с тонкими матрасами, с наматрасниками, которые ты можешь унести с собой. Здесь есть отдельная зона, где ты можешь подобрать постельное белье. И это еще одна из особенностей, когда не просто в зоне товаров для дома ты находишь постельное белье, а вот такие фокусные прямо зоны, где ты и подушку можешь подобрать, и одеяло, и постельное белье. И все это выбрать в одном месте. Угу. Плюс мы сейчас дойдем до зоны товаров для дома. Там я покажу это, когда мы сделали отдельную кровать, отдельное место, где ты можешь подобрать опять и одеяло, и подушку, непосредственно уложив клиента. Угу. Что касается сервисов, да, вот еще одна из особенностей, когда мы второй раз уже проходим мимо зоны одежды для... Ну, мы ее изначально позиционировали как одежда для сна. По факту она для клиентов стала и одеждой для сна, и одеждой для дома. Потому что мне действительно очень удобно ходить по дому, на себе испытываю уже много лет. Угу. Действительно, и клевые ткани, и... Отдельная история, когда мы поработали еще с дизайнами, появилось много цветов, вот, поэтому действительно уникальная штука. Плюс мы разделили сейчас, даже в этой маленькой зоне, мы сделали зонирование для нее и для него, и это тоже с точки зрения удобства подбора для клиента очень важно и гораздо проще. Ну, понятно, что появилась такая зона, надо реализовывать еще и формат примерочный, который ранее у вас однозначно это тоже обратная связь от клиента, когда они хотят купить одежду, а это уже немножко заход на территорию фэшн, а как я могу это померить? Поэтому примерочная появляется в магазине, да. Uh-huh. Вот, отдельная зона гаджетов, которую мы здесь также реализовали, как и в Коламбусе, она немножко в другом формате, но это одна из зон такая, когда в магазине залипают. И ты часто видишь, когда сидят, массируют ноги, массируют шею, массируют все тело. Ну, то есть это такой вот тоже сервисный момент, казалось бы, вроде в матрасной зоне, где ее видеть не очень привычно. А свою экспертность мы подчеркивали не только в товаре, не только как его качественно подобрать или качественно произвести. Вот. Мы же всегда говорили о том, что матрас и подушка – это товары, которые ты подбираешь под себя. Наш клиент по-прежнему где-то стесняется прилечь, где-то стесняется подойти к менеджеру, чтобы задать какие-то вопросы. Ну и, в принципе, есть такой нюанс, когда тебе достаточно сложно подобрать это в магазине. Поэтому мы уже в Коламбусе тестировали наш электронный подбор матраса и подушки. Здесь это усовершенствованная версия, когда буквально за считанные секунды тебе подбирается именно твой матрас, твоя подушка через... сканирование твоего тела. Эта технология уже основана и на глубокой аналитике, и на искусственном интеллекте, когда буквально ты встаешь, тебя сканируют с телефона или с планшета. Да, прям вот так тебя сканируют и выдают тебе именно рекомендации по тому, на какой подушке ты должен спать и на каком матрасе должен спать. И ты потом с очень узким уже для себя выбором, буквально там из 3, из 4, из 5 позиций, тестируешь свою подушку на своем матрасе. Угу. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что там больше 90% точность попадания. Вот. Здесь она, понятно, что она сохраняется. Очень нативно, очень просто. Да, наверное, наш клиент пока не очень к этому привык. И больше по-прежнему хотят общаться с менеджером, говоря опять усилия офлайна, да, и замене технологий. Но мы продолжаем это тестировать. Вот, и видим, на самом деле, еще и рост показателей при подборе через электронный подбор. В следующем магазине мы покажем уже следующую версию, когда ты заходишь в кабинку, тебя облетает камера вообще без участия человека. Технологии наступают. Технологии наступают, ну и плюс есть определенный элемент интимности, когда человек где-то не соглашается, чтобы его сканировал другой человек с помощью мобильного телефона. Очень необычные формы, которые для меня, например, как человек, в принципе, регулярно посещающий, в том числе ваши магазины, для меня это является... совсем нестандартным. Как вот такие вещи воспринимаются покупателем и как вы к ним приучаете покупателей? Во-первых, мы давно уже говорим о том, что Аскона должна сопровождать человека во сне не только у себя дома, но и, например, в путешествиях. Угу. Дальше ведь есть физиологические особенности, есть заболевания у людей. Поэтому какие-то вещи, например, вот эта подушка против рефлюкса. Вот, какие-то подушки, например, для расслабления ног. Поэтому мы говорим не только уже про подушку для головы, но и про подушки или какие-то товары для разных жизненных ситуаций.
в том числе, неправильно сказать, противодействующие, да, но помогающие людям с заболеваниями или с ограниченными возможностями, в частности, наша система эргономичных, к которой мы подходим. Ведь это не только удобная кровать для людей, которые хотят расслабиться, получить легкий восстанавливающий массаж, но и для людей с ограниченными возможностями. Это тоже есть. И мы, на самом деле, здесь с компанией-производителем постоянно эти вещи дорабатываем, чтобы облегчить, например, людям подъем со спального места. Плюс эта кровать часто используется для мам кормящих. На ней не просто удобно лежать, удобно спать, но и удобно кормить ребенка, когда ты поднимаешь какую-то часть либо ног, либо головы и принимаешь то положение, в котором тебе удобно. И удобно не только спать, да, здесь видно, сколько различных положений, и отдохнуть, и почитать книжку, и посмотреть телевизор, и поработать, на самом деле. Это для кого-то это кабинет, это рабочее место. Знаете, я сейчас дошла до сюда и понимаю, что если раньше была практика молодоженам дарить постельное белье, то, возможно, хорошую практику будет, чтобы все скидывались и делали такое приобретение в спальню супругам, потому что, ну, действительно, молодой семье не всегда подручно купить такого рода истории, но если, как говорится, хороший свадебный подарок, почему бы нет, да? Как-то вы такое отслеживаете, есть ли в практике? На нашем рынке, на самом деле, есть примеры, и когда матрасы или спальные системы дарятся на свадьбу. Например, у нас это очень часто уже мы видим в Казахстане, когда сезон свадеб, там прям взлетают продажи, потому что действительно молодоженам дарят спальное место. Кто-то матрас, кто-то кровать, кто-то целый, полный комплект. Есть компания, на самом деле, которая в мире достаточно известная в нашем бизнесе, когда компания делала бизнес на разведенных людях, наоборот. Потому что ведь ты, когда ты создаешь семью, ты обустраиваешь жилье, и когда, к сожалению, пары разводятся, это тоже определенный драйвер для нашего бизнеса, потому что каждый разъезжает по своей квартире и обустраивает свое жилье. Поэтому в мире очень много известных таких кейсов, когда либо на основе свадеб и создания семей, либо, наоборот, на основе разводов компании создавали новые клиентские аудитории для себя и получали определенный драйвер для роста бизнеса. Постепенно, уже переходя из спального, да, то есть мы уже прошли с вами, получается, у нас было диваны, у нас была гостиная, у нас были спальни детские, ну, соответственно, весь истории. Сейчас немножко такой гардероб, и уже дальше кухня нас встречает. Да. Кстати, вот, расскажите мне, пожалуйста, вот все, что здесь сейчас представлено, здесь нет там, ну, все под брендом Асконы выходит, как вообще устроено сейчас, ну, то есть я здесь не вижу коллаборации, вот прям здесь я не вижу, чтобы были какие-то чужие еще бренды и названия. Это полностью для вас все создается? Как устроено это? IPLS, собственно, торговая марка? В каких-то товарах еще остались бренды, но задача действительно все продавать и все показывать покупателю под своим брендом. Но мы и изначально ведь говорили о том, что мы многое производим сами, либо многое производится под нашим брендом, даже если это не компания, находящаяся в России. Владимир, сейчас мы переходим в кухни. Что здесь за этот год получилось доработать? Вот к чему явно пришли после вот такого активного года? Для нас, ну, наверное, одна из самых сложных категорий, как оказалось, да. Как мне раньше говорили, ты не полноценный мебельщик, потому что ты занимаешься только спальнями, а самое сложное, скажем так, хай-класс на мебельном рынке – это кухни. Поэтому понятно, что мы здесь получили, наверное, самое большое количество инсайтов. Основной фидбэк от клиента был, что, ребят, дорого. А когда ты начинаешь клиентский путь с клиентом, входя в его дом, кухня – это всегда первая покупка. Он начинает с этого и проектирование квартиры, он начинает с этого собственной покупки и планирования. И вот там, конечно, мы наловили много инсайтов, когда говорили, ребят, дорого, неудобно, не те дизайны и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Плюс у нас получилась еще, наверное, самая большая ротация по поставщикам именно в этой категории. Да, слава богу, мы сохранили генерального партнера, вот, но дальше во многом получили изменения. Вот. Хочется отметить, что у нас теперь есть кухня первой цены, и это 70 тысяч рублей за кухню 2,4 метра. Достаточно вкусное предложение для регионов и для Москвы. Вот. И здесь мы как раз, и у нас задача подсветить, что несмотря на все вроде бы там богатство интерьеров и разнообразие, мы очень доступны. И эта доступность на самом деле сопровождается сейчас в любой товарной категории. Ты можешь собрать спальню очень недорого, ты можешь собрать кухню очень недорого. И в целом даже вот готовый интерьер квартиры, когда ты можешь полноценно обставить квартиру до 1 000 000 рублей,
И это при этом сохраняя очень высокое качество, которое Москва навсегда отличалась и будет отличаться. Вот, поэтому для нас это такие важные изменения. Ну и плюс мы вкрапили, опять же, то, о чем я говорил, когда ты идешь по пути клиента, ты несколько раз увидишь, например, постельное белье и подушки, или декоративные элементы. Здесь ты тоже видишь определенные элементы бытовой техники. При этом, в отличие от Коламбуса, мы полностью свернули вот эту зону бытовой техники, которая там была представлена. Здесь, скорее, такие фокусные моменты остались. Но мы не делаем вот этой зоны бытовой техники, которую реализовывали в Коламбусе. Кухни стали более доступны, более, скажем так, востребованы уже, вернее, выставлены здесь на основе аналитики продаж и на основе обратной связи от клиента. Нет, наверное, каких-то таких вот богатых, огромных интерьеров, которые мы делали в Коламбусе с точки зрения кухни. Зато они учитывают все запросы с точки зрения функциональности, с точки зрения дизайна. И опять ты видишь, как ты будешь, как хозяйка будет здесь, как хозяйка будет здесь готовить и радовать мужа и детей своими кулинарными шедеврами. Здесь я не могу не перебить Владимира, потому что действительно вот это настолько цепляет. Понятно, что это муляжи, там все дела, но, боже, насколько в деталях, насколько с такой любовью сделано, в том числе погруженные туда круассаны с крендельками. Это же запах булочек сразу. Да, то есть вот аромамаркетинг еще здесь врубить, да, на уровне хлеба, булки, и тогда будет вообще ощущение, что мы здесь на кухне за завтраком. Подходим сейчас к одной из крупных уже у вас территорий, это товары для дома, где столько уже много мелкого. Это все ваши бренды или это все-таки коллабы? Здесь пока не все СТМ, мы к этому постепенно придем, поэтому если пройтись по зоне, действительно видно еще бренды других производителей, вот, потому что да, действительно пока там с одним из двумя магазинами не хватает закупочной силы, это скорее планы на будущее. Но с точки зрения основных изменений, теперь мы начинаем вход в эту зону, мы начинаем с посуды, и мы поняли на самом деле для себя после года работы в Коламбусе, что основные продуктовые категории, за которым клиент приходит и которые чаще всего покупает, это посуда и текстиль. И вот здесь они получились более такими, более представленными, более выпуклыми, что ли, когда мы представляем уже и широту, и глубину ассортимента совершенно по-другому. Ну и площадь, на самом деле, позволяет это сделать, потому что площадь товаров для дома в Коламбусе 900 метров, здесь почти 1500. Понятно, это позволяет многие категории представить по-другому. Потом дальше, когда мы пройдем, мы увидим, что по-другому совершенно теперь представлены ковры. Да. Там, в Коламбусе, это был темный угол, куда клиент не заходил и было очень неудобно выбирать. Здесь же товар представлен лицом. Мы можем показать все дизайны, все фактуры, когда можно посмотреть, пощупать и достаточно просто выбрать. Та же самая история представлена с постельным бельем. Это более теперь такая широкая категория. И здесь есть место, где можно взять подушечку, лечь на отдельный матрас, подобрать подушку уже не только в зоне матрасов, но и в этой зоне. Совершенно другие ценовые предложения появились, в отличие от старта работы в Коламбусе. Но при этом мы всегда говорили о том, что мы не пойдем прямо в самый низкий ценовой сегмент. Это не про Скону, это не про нас. Поэтому, ну, как бы, наверное, не хотелось захватить всю широкую аудиторию, мы все-таки работаем со своей целевой аудиторией, которая к Асконе привычна. Хотя, еще раз повторюсь, мы сделали такие ценовые предложения для клиентов, которых в Коламбусе не было. Комфортный выход, вообще бесшовный выход из магазина. У вас он как реализован сейчас? Ну, мы это сейчас увидим, как это реализовано. Но потом ведь, когда я говорил про бесшовный клиентский путь, ты можешь сделать заказ в онлайне, сюда прийти просто получить. И тебе не нужно будет проходить весь магазин, ты это сделаешь на выходе из магазина, когда отдельная зона и сервис-менеджеры тебе просто выдадут заказ, дадут необходимую консультацию, и ты сэкономишь время. Вот, поэтому все, что ты видишь здесь, практически все товары ты можешь заказать онлайн. Вот, это не работает пока по всей России, а только в магазинах присутствия именно в этих локациях. Вот, но постепенно мы уже начинаем расширение территорий, и мы начинаем тестировать доставку в другие города, не обязательно, где есть Ascona Home. И вот ты обратила на верхнюю навигацию, да. Есть еще и нижняя навигация, когда QR-коды для легкой регистрации, для получения бонусов на первую покупку. И вот, кстати, вторая зона опять одежды для сна и дома.
Здесь я должна сделать короткую паузу. Мы сейчас гуляли в пустом магазине, когда еще не было покупателей, но нас уже ждут покупатели, поэтому мы сейчас сделаем такой сделаем короткую установку. С Владимиром вернемся уже в магазин, наполненный покупателями, и идем смотреть открытие. Покупатели, потому что сегодня у вас тут был еще розыгрыш. У нас два розыгрыша. У нас розыгрыш для первых 100 покупателей и еще розыгрыш 100 диванов для покупателей с определенным чеком. Вот, поэтому сейчас ловим первую волну ажиотажа, а потом люди уже будут более в спокойной обстановке ходить, выбирать. Вот. Главное не испортить первое впечатление и первый клиентский опыт, чтобы люди возвращались к нам снова и снова, и в этом, на самом деле, основная цель. Я чувствую такой вот немножко эмоциональный подъем. Эмоциональный подъем есть. Я, честно говоря, у меня всегда определенный конфликт между тем, чтобы покупателю было комфортно в магазине, и вот этим ажиотажем, который создается. Поэтому я сам не очень люблю, когда врывается толпа. Угу. Потому что есть вот эти человеческие эмоции, которые сложно остудить. Они в любом случае хотят ворваться, не видя ничего на своем пути. Давайте в этом моменте, вот здесь сейчас, все-таки вернемся к самому началу нашего разговора. Почему Воронеж был избран как городом для второго открытия? Почему? Несколько причин. Первое. Ну, во-первых, Воронеж сейчас с точки зрения покупательской способности на несколько десятков даже пунктов выше, чем средняя температура по больнице в России. То есть это город с хорошими перспективами, с хорошим потенциалом и с хорошей покупательской способностью. Момент второй. Нам нужно было тестировать этот формат на миллионнике. Это второй шаг развития сети. То есть, понятно, есть Москва, есть Питер, вот, и город-миллионник, которых, на самом деле, огромная наша аудитория в этих городах проживает. Поэтому цель была еще в этом. История следующая. Нам очень важно иметь такие вот прямо хорошие отношения с администрацией торгового центра, которые не просто готовы к открытию, а еще всячески этого прямо хотят, способствуют. И здесь огромный плюс прямо, это огромный плюс от администрации торгового центра, которые действительно захотели. Потому что мы в Коламбусе спустя месяц после официального открытия делали встречу с девелоперами, которые будут заинтересованы в масштабировании нашего проекта. И Алексей Базин приехал уже с готовыми планировками, как он видит, то есть не просто поговорить, да, о потенциальной возможности, а он приехал с планировками, как он видит размещение Асконова Хоум в своем центре. И у нас на этой встрече уже начался предметный диалог. И поэтому буквально спустя год мы уже в открытом магазине. Следующая история. Нам нужно было протестировать этот формат в городе, где не было Икеи. Ведь чтобы прямого сравнения не было. Дело даже не в прямом сравнении, а вот есть, ну, ты, наверное, права отчасти, да, есть прямое сравнение. Когда покупатель приходит с определенными ожиданиями, побывав тогда-то в Икее, найдя что-то для себя, и он, ну, невольно он все равно сравнивает, как бы этого ни хотели. Здесь это другая ситуация, а ведь таких городов в России много, где Икеи не было, и ты приходишь сюда первым, и ты показываешь вот этот клиентский опыт, ты показываешь готовые интерьеры, ты показываешь уникальные сервисы, и клиент не избалован Икеей, не избалован кем-то еще, да, поэтому это тоже было важно тестировать с точки зрения проверки наших определенных гипотез. Вот, вот такие факторы, что вкупе, на самом деле, дает возможность потом открывать, тестировать и масштабировать такие проекты по России.
Знаете, здесь не могу еще не сказать, что у нас был, вы можете посмотреть интервью с Алексеем как раз, да, и это к вопросу о том, что не так часто у нас случаются выезды одновременные, когда у меня появляется возможность не только посмотреть и открытие, и, соответственно, с директором сети пообщаться, вот, но и с коллегами из торгового центра тоже обсудить, как же развитие происходит торгового центра здесь, в данном случае в городе Воронеж. Продолжим уже от таких стратегических вопросов. Вот прямо сейчас мы находимся на той локации, которая также привлекает. Вообще мы подобных локаций встретили уже неоднократно, проходя по магазину. То есть это вот получается та иллюстрация, когда вы показываете свою вот кровать и то, как это вокруг происходит неоднократно по магазину. И здесь мы в комплекте видим вот из-за такой вот нативности максимально. Вот эта история, она у вас, ну, это же традиционно для вас, да, вот такие комплекты, и показывает, как это может быть. Ну, я бы не сказал, что это традиционная история в наших привычных магазинах, да. Здесь это скорее такая, с одной стороны, инсталляция, с другой стороны, яркое пятно, которое показывает сразу несколько товарных категорий. И на самом деле, ведь мы делаем сейчас огромный фокус на категории постельного белья. Она очень близкая нам с точки зрения синергии с матрасом, с подушкой, со спальным местом. И действительно сейчас много прямо сил и души вложено именно в эту товарную категорию. Поэтому мы всячески стараемся, не стараемся, мы всячески ее промоутируем. Вот. И это один из элементов, как мы это будем представлять. Угу. Плюс здесь ведь это опять готовые решения, когда тебе прямо ты видишь, влюбляешься, как на тебе, да, это подействовало. Ты увидела, влюбила, все, тебе захотелось именно так, а не просто какую-то частичку или какой-то элемент этого спального места. Поэтому да, таких элементов много, они не только в спальнях, они и в других товарных категориях, когда ты раз и замер, влюбился, и тебе захотелось что-то из этого купить. Да, здесь получилось еще, ну да, постельное, здесь еще мы видим вот это, ну, все, что касается прикроватной истории, причем в разных ее вариантах, да, вот. Ну и, наверное, стоит обратить внимание, мы как бы из вашей такой ключевой локации, которая касается кровати и все прочее, да, мы все-таки, наверное, еще должны затронуть тему гардеробов, прихожей, где тоже немало что вами реализовано. Одна, наверное, из болевых точек Коламбуса, потому что действительно нам давали обратную связь и клиенты, и эксперты, что категория гардеробных представлена очень слабо. Учитывая, как сейчас меняется пространство жилое, для клиента очень важно как раз спроектировать эту зону. Поэтому здесь, во-первых, мы сделали по пути движения. Она не остается неохваченной, не остается незамеченной, поэтому ты обязательно в эту зону попадаешь. Ну и несколько различных вариантов и с точки зрения ценовых категорий, и с точки зрения стилевых решений, когда ты видишь как готовый вариант, так и возможность кастомизированного проектирования, когда ты делаешь уже под свои размеры. Прямо это четко отмечаешь, что все вот эти детали, они действительно погружают тебя в комфорт домашнего ощущения. И я понимаю, сколько усилий требуется операционным образом, чтобы это было вот так, создалось. И здесь ведь важно не просто сделать один раз, а постоянно обновлять. Поэтому здесь работа мерчендайзеров, она огромная на самом деле. Не просто с точки зрения подтоварки, а с точки зрения еще придания вот этой живости какой-то, реалистичности, когда ты действительно чувствуешь себя не просто в каком-то таком вышкаленном, вылизанном формате, а максимально приближенном к домашней обстановке. 60 человек работает больше, в магазине? Больше 60, да, с учетом сервисного персонала, кредитных экспертов, ребят, которые сидят просто на кассе. То, что здесь процессы разделены, в отличие от классического формата, когда, как я говорю, один менеджер, по большому счету, он такой многофункциональный, универсальный и делает все. Здесь, конечно, процессы разделены. Кто-то консультирует, кто-то оформляет кредит, кто-то работает на выдачу заказов, кто-то просто работает на кассе. Ну, то есть процессы реально разделены. В этом еще отличие гипермаркета от классического магазина. Вообще, тема персонала, конечно, она у нас больная. Сейчас обучается должным образом, чтобы вот они выполняли весь функционал, при этом, чтобы была несменяемость. Как вы можете обозначить в вашей компании, вот в вашей сейчас сети, в группе компаний, да, соответственно, текучка, вот этот момент, как бы вы обозначили, и получается ли удерживать коллег, чтобы они продолжали с вами долго работать? Мы, на самом деле, добились определенных успехов уже в прошлом году, потому что это часть кадровой политики, работать не только на привлечение, а на адаптацию, на удержание персонала. И по нашей... Мы прям ведем отдельную аналитику, и мы видим, что у нас основная, на самом деле, доля персонала
действительно работающий более 3 лет. И это прям определенный успех для нас. Мы ставили для себя отдельный KPI по текучести в прошлом году. Мы планировали выйти на уровень 40% годовой текучести. Вот. Мы этот показатель даже перевыполнили. Это благодаря как раз той политике и мотивации, которую мы пересматриваем, постоянно делаем ее гибкой для того, чтобы люди, а, зарабатывали, б, находились в максимально комфортной обстановке. И это не только про денежную, это не только про денежную мотивацию. Там огромный, на самом деле, блок нематериальной мотивации. Это прямо отдельную серию, мне кажется, можно снимать на эту тему. Я очень надеюсь, что на тему HR, вообще работы с персоналом, действительно, отдельную серию, и это очень здорово, что такое сейчас прозвучало. Ну а сейчас я чувствую, чтобы нам не мешать покупателям, я предлагаю присесть за какой-нибудь из столов. Ну, у нас немножко смена локации. Действительно, мы присели за такой стол. Причем, что интересно, вот первый попавшийся вариант кухни нам полностью подошел для того, чтобы поговорить уже в режиме таком спокойном, без прогулок и не мешая покупателям. Отдельный момент, конечно, здесь я когда уже сюда присела и поняла, что у нас такой яркий акцент получился на заднем плане. Вот по поводу цветового оформления кухонь, вообще по поводу цвета, что же все-таки больше покупают? Вот такие яркие, интересные форматы, сочные или все-таки стандарт? Яркие, сочные цвета обычно для привлечения внимания. Да, есть покупатели, которые хотят разнообразить пространство и которые отслеживают тренды. Ведь такие яркие цвета, как приглушенный розовый или горчичный, они как в фэшне, каждый сезон какие-то трендовые цвета есть. Покупатель это видит, ему это нравится, это цепляет глаз. Особенно, когда ты вкусно показываешь в интерьере. Здесь не просто розовая кухня, да, еще и специально розовые стены подобраны, специальный декор подобран. Вот. Но при этом покупатель по-прежнему достаточно консервативен, будь то кухня или будь то диван или спальня. Основной выбор падает на серый, бежевый, коричневый, где-то белые цвета. Есть небольшая специфика по регионам, но в целом вот основная цветовая гамма, она именно такая. Вот. Но при этом, когда ты выставляешь, видишь, глядя на нас с тобой, ребята за соседний столик тоже присели, сейчас будет это очень органично вписываться во все интерьеры. Как обычно, ведь ты подаешь пример, а дальше ребята реагируют. То есть где-то присаживаются за столик, где-то сейчас начинает совершенно другой выбор кухонь. И очень радостно видеть, что семейная пара с детьми приходит. И каждый сейчас будет находить интерьер для себя, будь то детская или будь то семейная пара. Собственно, что мы и хотели в таком формате представить. Возвращаясь к цветам. Действительно, каждый год идет работа категорийной команды по отслеживанию трендовых цветов. При этом мы смотрим тренды не только в мебели, но и в фэшене, который является, на самом деле, законодателем мод в этом плане. И мы показываем модные цвета. Да, это не является большой долей в продажах, но внимание привлекает. И действительно, ты показываешь еще, что ты не просто про функционал, но ты и про тренды, ты про... где-то про модные тенденции. Вот. Ну а потом, как я говорил, ведь мы хотим еще и работать с отдельным каналом, с дизайнерами, а для них это очень важно, что это не просто серо-бежевый, да, а у тебя есть что посмотреть, есть чему-то прям поучиться. Вот. Поэтому здесь тоже, я думаю, такая синергия определенная получится. Вернемся к Коламбусу, вернемся к первому гипермаркету, у которого год... Ну, год. Вот только-только, да, это понимаю? Или вот еще сейчас наступит? Июль был первый полный месяц работы в прошлом году. И получается, те выводы, которые там, средний чек, ожидаемо, как говорится, вот как планировали, что в итоге получили, можно ли об этом, о таких цифрах немножко поговорить, хватает ли персонала, который заранее задуман был, или там пришлось скорректировать, вот такого плана. С точки зрения персонала мы усиливали какие-то зоны уже через несколько месяцев, потому что понимали, что непривычная для нас картинка, когда ты ходишь по магазину и к тебе никто не подходит. То есть в классическом нашем формате это, в принципе, исключено. Там продавец тебя сопровождает сразу от входа до пробития чека. Вот. Здесь, понятно, реализовать это невозможно, потому что, ну, наверное, нельзя найти такого эксперта, который владел бы информацией по всему ассортименту. Поэтому здесь персонал делится на зоны. Но при этом мы увидели, какие зоны и какие категории наиболее востребованы. Там мы персонал усиливаем. И усиливаем. Больше того, мы сейчас пробуем
и отдельную мотивацию даже в товары для дома, где вроде бы не принято держать торговый персонал в таких форматах, мы сейчас этим моментом начинаем тестировать и выстраивать именно клиентский путь немножко по-другому. Угу. Вот. С точки зрения ожиданий, ну, понятно, что мы много собрали обратной связи, много что поменяли. Учитывая, что формат масштабируется, значит, мы понимаем, какие ожидания были, какие, в принципе, улучшения можно сделать и какие мы делаем уже в Коламбусе, которые реализованы здесь. Потому что еще Коламбус — это была тестовая площадка, и нам важно было собрать как раз вот инсайты от клиентов, обратную связь, понять, что мы сделали не так с точки зрения вот именно внимания и клиента, и клиентского пути. Что касается конверсии, понятно, что она была не очень высокая на первом этапе, сейчас она серьезно выросла, мы понимаем еще дальнейший потенциал. Вот. Для нас было, наверное, немножко, наверное, удивительно, что в первые месяцы конверсия отставала даже от средней нашей по сети Ascona. Вот. Сейчас эти показатели выровнялись, в какие-то моменты она уже становится выше. Мы понимаем, за счет чего это происходит. Как уже говорил, это в основном и ценовая политика, и изменение товарных категорий, в основном товары для дома. Вот. Что касается среднего чека, понятно, он ниже, чем в нашей сети Ascona Sleep, как мы называем. Ну, потому что огромное количество товаров для дома. А, мелочи, вот, да? Да, больше мелочи. А ну, а кухни? При этом, все-таки же они же большие. Да, кухни большие, но это все-таки в общей массе. Они не занимают у нас большую долю. Угу. Вот, это тоже, наверное, определенная зона роста. Ну, поэтому тестируем, смотрим, как инструменты маркетинга работают. Мы четко прямо отдаем себе отчет, что силы бренда Ascona Home еще не хватает для того, чтобы привлечь огромный клиентский поток, особенно в одну локацию. Надо четко понимать, что Москва все-таки избалована предложением. Клиенты нам уже в день открытия говорили, что, ребят, все здорово, но на другой конец Москвы мы не поедем. Давайте открывать магазины там, там, там. Вот. И это, собственно, тоже определенная точка роста. Поэтому Коламбус дал ответы на многие вопросы. С точки зрения финансовых показателей, мы уже через несколько месяцев вышли, наверное, на уровень выше ожиданий. Это дало прям приток определенных позитивных эмоций. Потом, да, мы попали в зону жесткого несезона, как это обычно бывает. Где-то сняли розовые очки, поняли, что предстоит очень много работы. Собственно, чем сейчас и занимаемся. Если сравнивать средний чек по товарным категориям, например, по основной категории матрасы, то он в Коламбусе выше, чем в среднем по сети московской. И это тоже определенный ответ на вопросы дает нам. Поэтому клиент, видно, что он заинтересован в таком формате, он хочет туда приходить. Мы видим возвратность этих клиентов, мы настроили определенную аналитику по-другому, не так, как мы сейчас оцениваем в основной сети. Вот, поэтому мы видим, сколько клиентов возвращается, что они покупают, как нам приходится с ними выстраивать коммуникации. Поэтому да, это вот то, о чем ты спрашивал. По-другому настройка процесса абсолютно всех, в том числе и коммуникации с клиентом. Техническое открытие случилось у этого объекта уже пару недель назад, насколько я понимаю? 2 недели ровно. Да, сегодня официально. Вот эти 2 недели, которые уже магазин работает, как ощущение вот у вас от этих клиентов, да, ну, у команды, что уже смогли заметить? Есть ли явное отличие от московских клиентов? Ну, понятно, всего 2 недели, но может быть. Хороший фидбэк по ценовой политике. Mm-hmm. То есть если в Коламбусе мы получали негативную обратную связь, здесь она очень позитивна. И клиенты, и вот сейчас даже я с кем успел пообщаться, говорят о том, что очень интересное ценовое предложение для жителей Воронежа. Для нас это прямо определенный плюс. Дальше, честно говоря, учитывая тот ажиотаж, который мы подогревали, и те маркетинговые активности, которые были сфокусированы на день открытия, у меня были ожидания, что к нам вообще 2 недели никто ходить не будет, а вот сегодня прям соберется толпа. Но уже несколько дней до открытия мы видели нарастающую динамику и по трафику, и по продажам. Вот, то есть кто-то, видимо, не хотел приходить как раз в день открытия, а в спокойной обстановке выбрать, купить. Поэтому мы получали уже продажи вот в эти первые дни до официального открытия. Фидбэк хороший, это радует на самом деле. Для нас сейчас это придает определенные силы и позитив, что этот год прошел не зря. И мы многое что учли после открытия Коламбуса и сделали правильные изменения.
поводу ажиотажа, это летающие подушки, есть диваны, которые катаются по парковке. Конечно, это такое... Честно говоря, весь Воронеж был усыпан наружной рекламой. Были уже несколько выходов по воронежским каналам. И радиостанции гремели по поводу открытия. Поэтому действительно маркетинг отработал в этот раз очень серьезно. Что касаемо ассортимента, не могу не уточнить вопросы, связанные именно с производителями, которыми вы работаете. 8 тысяч наименований, 8 тысяч SKU, которые у вас в матрице. С кем я уже обратила внимание, что есть, ну, явно выделена, например, бытовая техника, там чужой бренд присутствует, там в зоне бытовой химии, вот на выходе мы увидели там определенные, там, в том числе там компанию Грасс, про которую мы тоже там неоднократно писали и разговаривали, и наблюдаем, что много есть интересных вещей. Вот это все, оно останется условно, ну вот как в динамике в дальнейшем, вы это все-таки оставите в брендах или вы будете стараться выводить эти вещи тоже в свой бренд? Как это по концепции видите? Есть общий тренд на рынке, причем это касается не только мебели. Если ты хочешь выделяться, то у тебя должен быть СТМ практически полностью. Потому что сейчас очень, очень просто ассортимент сравнивается друг с другом. Сейчас не надо уже ходить по магазинам, есть инструменты, Яндекс.Поиска и прочее, когда ты реально там сравнишь очень легко по картинке даже. Вот, поэтому задача, да, максимально сделать СТМ. Партнеры, которые сейчас с нами работают, они и будут работать, только где-то, да, будут изменения по брендовой составляющей. Вот, а сейчас есть сильные бренды, которые на первом этапе, наоборот, наверное, помогают, потому что их клиент знает. И он покупает. Но здесь сразу встает вопрос ценовой политики. Мы не хотим, ну, я думаю, что никто не хочет играть в ценовые войны. Компании должны побеждать конкурентную борьбу за счет сервисной составляющей, за счет лучшего приложения. И уже подводя некоторый итог, потому что мы действительно уже много что обсудили, проговорили, я очень рада, что в рамках вот нашего проекта «Экспедиция ритейл» у нас получился такой вот выезд, в данном случае получился не во Владимир, не сходили мы в Москве, вы все-таки приехали сюда и посмотрели ваш самый такой сейчас знаковый большой объект. Про планы. Я понимаю, что уже есть планы по открытию третьего. И четвертого. Давайте про них чуть-чуть подробнее, и ну, что могли бы поделиться, и будут ли какие-то явные изменения по отношению уже к текущему объекту, на котором мы находимся. Третий знаковый проект в сети – это торговый центр «Авиапарк». Уже совсем скоро. Сейчас уже полным ходом идет в одной части магазина идут строительные работы, в другой части магазина уже выкладка товара. Там мы вынуждены будем открываться двумя частями. Полноценное открытие состоится в ноябре месяце. Вот. А с клиентами начнем работать уже в середине октября. Вот. Для нас это топ-1 сейчас центр в сети, поэтому для нас это однозначно будет знаковым открытием, которое тоже даст ответы на многие вопросы. А можно по поводу авиапарка еще такое уточнение? Именно в нем же тогда у вас была история с 1500 квадратов, да? Вот такой вот был концепт, где можно было уединиться, вообще поспать. У вас такой там сервис предполагался, ну, предлагался людям, да? Вот, вот такие сервисные вещи вы протестировали, потому что, ну, вы действительно пробовали создать какое-то новое видение в этом плане клиентского опыта, да, в магазине. Как вы можете оценить вот эту идею, что получилось? А почему она, может быть, не взлетела? Потому что я чувствую, что вы ее не распространяете. Маленький тизер. Мы продолжаем работать над умной спальней. И в авиапарке она будет. То есть та экосистема сна, про которую мы говорим, она останется ядром экспозиции как раз товаров для сна. И в авиапарке мы представим ее с новым лицом, с новыми возможностями. Там она будет, там ее увидим. И дадим возможность клиентам потестировать не только матрас, а всю умную спальню, всю нашу инновационную систему. И это будет одно из изменений как раз в магазине, который увидим в авиапарке. Понятно, что авиапарк все-таки немножко с другой целевой аудиторией. Поэтому если здесь мы, ну, скажем так, все-таки ближе к народу, да, с точки зрения прямо целевой аудитории, в авиапарке
другие интерьеры, другие планировочные решения, скажем так, квартиры с большей площадью, с большей представленностью товарных категорий, фокус будет, ну и где-то фокус будет на более такие инновационные диджитальные вещи. Сколько квадратов там будет? Авиапарк, примерно площадь как здесь, там в районе 6500. Новый формат станет продолжением как раз нашего магазина, старого, уже можно так говорить, старого магазина. Это будет продолжение как раз на 6000. Вот. Поэтому тоже для нас новый опыт, как клиент отреагирует, когда он привычно приходит в магазин товаров для сна, а теперь совершенно другой концепт от Аскон. Вот. Поэтому уже совсем скоро увидим, как клиент на это все отреагирует. А четвертый объект – Санкт-Петербург. Это торговый центр «Радуга». То есть, в принципе, мы заходим, опять четко по нашим планам, мы заходим и в две наши столицы, и в «Миллионник». Вот. И на четырех магазинах будем тестировать уже процессы, отлаживать, получать обратную связь от клиента, улучшаться все больше и больше. Мы по-прежнему, на самом деле, в переговорах с другими торговыми центрами. Пока мы не анонсируем какие-то открытия или, скажем так, подписанные сделки. Вот. Четыре, которые уже есть, которые подписаны, которые точно откроются, понятные сроки. Вот. Питер, я думаю, конец декабря, если вдруг что-то там с точки зрения стройки пойдут какие-то нюансы, потому что там есть нюансы, возможно, перетечет на начало января. Ну, мы просто наблюдаем. Это типичная история, когда бывает, что какие-то планы корректируются. Ну, мы при этом понимаем, что развитие, оно уже идет. Да. Владимир, вот если вот из того, что я услышала, да, вот четыре объекта. Первый объект тестовый, на нем вы просто вообще, в принципе, изучали и примеряли себя к этому формату гипермаркет. Этот объект находится «Миллионник», причем здесь рядом не было «Икеи», и таким образом вы, в принципе, смотрите на относительно свежего покупателя, который знакомится с подобным форматом. Если говорить про авиапарк, это средний плюс, в принципе, другая аудитория, и, скорее всего, это такой будет у вас флагман. Если про Санкт-Петербург, то это скорее будет похоже на Воронеж или как? Я думаю, что это что-то среднее будет между Воронежем и Москвой. Если говорить в целом, в какую аудиторию мы целимся, то это от среднего минуса до среднего плюса. При этом с фокусом, если говорить про такой формат, с фокусом на средний, больше, наверное, даже средний минус, то, что здесь нужен совершенно другой трафик, для того, чтобы все-таки это стало бизнесом, а не просто, скажем так, магазином-музеем. Вот. Поэтому основная целевая аудитория средний, но если говорить про ценовую матрицу, с большим заходом уже в средний минус, нежели в средний плюс. И это опять на основе обратной связи, которую получили в Коламбусе. Если ты хочешь, чтобы клиент приходил к тебе чаще, и ты привлекал все большую аудиторию, то ценовая матрица должна корректироваться именно таким образом. Я зачастую завершаю наше интервью предложением спикеру сказать какие-то пожелания себе, коллегам в отрасли, некое такое, ну, не напутствие, но, по крайней мере, пожелание про развитие, ну, и что вы считаете правильным сказать, потому что мы, на самом деле, понимаем, что вот за те, ну, по крайней мере, 25 лет вот сайту retail.ru, который мы наблюдаем, как развивается рынок, и за те 34 в вашем случае года, что вы преображаете рынок. Какое пожелание могли бы себе, коллегам, дать и вообще в отрасли? Хочется, чтобы каждый наш следующий год был лучше предыдущего. Это как Новый год ты, наверное, себе желаешь, да? Вот то же самое хочется пожелать и коллегам по цеху, коллегам по бизнесу. Я думаю, мы все выигрываем от хорошей конкуренции, от развития друзей по цеху, от развития коллег. Поэтому давайте развиваться вместе, давайте делать жизнь клиента лучше, дом клиента лучше. Хочется, чтобы было действительно, чтобы развивалась строительная отрасль, которая сейчас мы понимаем, что не в очень хорошем состоянии будет находиться. Поэтому нужно найти путь к сердцу клиента через какие-то другие моменты и продолжать радовать клиента. Все делаем ради клиента, поэтому пусть клиенты становятся радостнее, счастливее и приходят к нам все чаще и чаще. Спасибо большое. Ну, что такое у нас интервью получилось, такая прогулка по магазину. На самом деле, я каждый раз не устаю радоваться, насколько мы наблюдаем преображение ритейла и насколько ритейл в итоге меняет жизнь каждого нашего жителя страны. И не устаю радоваться и говорить о том, что российскому ритейлу есть чем гордиться. Ну, для вас это очередное видео, которое получилось в рамках экспедиции «Ритейл», позволяет все-таки это увидеть и, надеюсь, вдохновиться на новые свершения. Еще раз, Владимир, большое спасибо. Спасибо.
Ну, а мы таким образом еще один город посетили, еще один магазин посмотрели. Надеюсь, у вас будут подсказки, куда мне еще стоит съездить, посмотреть и рассказать вам о этих магазинах. До встречи в новых эфирах, до встречи на наших страницах сайта. И всего доброго вам, успехов в бизнесе. До свидания.